За практически 25-летнюю историю существования белорусское слово «надея» зазвучало на разных языках мира. Именно так называется санаторий, в который каждый год на лечение и оздоровление стремятся попасть как белорусы, так и жители других стран. На площади в 30 гектаров расположился большой комплекс, в котором есть не просто все, а даже больше для того, чтобы почувствовать себя здоровым. Требования большие к медработникам. Потому что практически у нас в санатории должно быть 60% с первой квалификационной категории медицинских работников. У нас даже больше, так и есть. И высшая категория, и первая категория. И, конечно, это люди, которые преданные своему делу, которые любят людей, которые понимают, что люди сюда приезжают, заплатили деньги для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Поэтому мы на это направлены, над этим работаем. Работу с отдыхающими медики разделили на несколько составляющих. Это диагностика, лечение и оздоровление. Все в зависимости от потребностей и желаний людей. Особое внимание – предупреждению развития заболеваний, в частности, с помощью поддерживающих процедур. Популярностью пользуются инфракрасные сауны и кедровые бочки, эффект от прохождения которых действительно многогранен. Улучшается жизненный тонус, активизируется движение крови в организме. Не менее востребована флоатинг-терапия. За сложным названием скрывается комплекс, регулирующий давление, нервное напряжение, стресс. Доказано, расслабление, которое человек получает во время процедуры, практически недостижимо никакими другими методами. Весьма интересное ноу-хау – аквамассаж. Эта процедура преследует три типа воздействия. Первое воздействие – это релаксация, расслабление. Второй тип – снятие болевого синдрома. Эта процедура снимает острую боль. И третий тип – смешанный – релаксация и плюс болевой синдром. Список того, что сегодня имеет санаторий, можно перечислять довольно долго. Комплекс соответствует требованиям времени, что привлекает туристов не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Особенно они отмечают работу персонала, в первую очередь медицинских работников. Всегда улыбчивые, приветливые. Они не просто с душой помогут, ответят на интересующие вопросы, но и направят, подскажут. Всему доволен, обстановке, особенно медицинскому персоналу. Доволен, потому что внимание такое. А обстановка здесь, в этом санатории, я трошки был, ездил уже за свое время, исключительно отличная. Отлично. Честно все. Как сделано, так все. И уважение, и общение. Ну, все просто от души. Неохота ехать даже домой. Мне отдыхается отлично, а дело я... Хожу на процедуры, играюсь, гуляю. Вообще нравится. Очень хорошо поставлен вопрос лечения. Лечение. Очень прекрасно. Массаж. Водные процедуры. Это прекрасно. Одно из главных достижений санатория «Надея» – собственный аквакомплекс. Здесь практически всегда есть люди, желающие охладиться, освежиться, услышать голос своего тела и своей души в шуме воды и журчании водных потоков, массажирующих и расслабляющих тело. В качестве закрепления полученного результата – отдых в комфортабельных номерах. Сегодня одновременно санаторий может принять до 260 человек. Никаких высотных зданий и сооружений. В приоритете – минимализм, изящность, легкость. Эти же критерии медики санатория «Надея» выставляют в качестве определяющих и на кухню. Там, согласно потребностям и запросам, формируется полезное меню. Основные три составляющие. Первое, конечно, лечение, второе – питание и досуг. Понятно, что человек приезжает не только для того, чтобы поправить здоровье, но и чтобы что-то интересное узнать. Это экскурсии, которые мы здесь можем проводить, и что-то вкусное попробовать, то, что в нашем санатории фирменные блюда есть. Вот это и есть три таких основных составляющих. Быть здоровым значит видеть каждый новый день лучше предыдущего. Это то главное, чем каждый день напутствуют своих пациентов доктора санатория «Надея». Сохранить и поддержать свой организм в тонусе важно. Это залог хорошего настроения и отличного самочувствия на долгие годы.